Всем привет! Это распаковка для портала «Игры и игрушки». И в руках у меня набор для изготовления бальзама для губ с ароматом корицы от компании «Ракета». Серия «Спа-салон. Нежный уход и питание». 100% натуральная. Вот такая коробочка у нас, чтобы самим изготовить. Здесь у нас содержание нашего набора, что входит в набор, и рекомендуемый возраст 10+. Бальзам для губ – это чудесное косметическое средство. Он питает, смягчает, увлажняет и тонизирует кожу губ, ухаживает за ней. Это лучшая защита тонкой нежной кожи от пересыхания и обветривания. Хочешь сделать бальзам для губ своими руками? Тогда скорее за работу! Такой набор понравится каждой девочке, чтобы самой изготовить этот ароматный бальзам для губ. И с этой стороны нарисовано, что у нас входит в серию. Можно изготовить бомбочки-шипучки, шоколадный микс, летняя свежесть, тропические фрукты, а также бальзам для губ с ароматом спелый апельсин, чайное дерево и наш набор ароматная корица. Давайте откроем и посмотрим, что у нас входит в набор. Для изготовления бальзама нам потребуется пластиковый стаканчик, деревянная палочка, чайная ложечка, баночка для хранения нашего бальзама, крышечка здесь завинчивается, одноразовые перчатки, касторовое масло 8 мл, пчелиный воск, какао-масло, эфирное масло, а это коричневый краситель. Предостережение, как работать с красителем пищевым, и, конечно же, цветная инструкция. Правила безопасности, ход работы, нарисованы картинки каждому пункту, так что, думаю, трудностей у вас не возникнет. И в итоге получите натуральный ароматный бальзам для губ. Вот такой интересный набор для изготовления бальзама для губ из натуральных компонентов станет прекрасным подарком для ребенка. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Клуб Игры и Игрушки. И до встречи в следующих видео. Всем пока!